больше всех проиграл Путин, но проиграл и Пригожин, потому что Вагнера больше не будет. Наверное, Пригожин еще жив, потому что он делает какие-то дела для Путина, оставшиеся в Африке, где-то в Ливии, не знаю, там, может быть, хранит чьи-то деньги, заработанные нелегким трудом. Не факт, что он летает. Вот я сейчас слушал там некоторых комментаторов, они говорят, что почему, откуда известно, где фотоснимки, где какие-то там видео, где обращения, где, почему Пригожин исчез? Ну, его физически нет нигде. Вот, какие-то самолеты летают. Ну, неважно, предположим, он жив и летает. Это он какие-то дела доделывает в России. Я так полагаю. Потому что больше ему здесь делать нечего. Вряд ли он удержится в истеблишменте. Он все-таки имеет имидж предателя.